товар дня. Костюм Париж. Женский брючный костюм уже долгие годы считается эталоном элегантности и стиля. Костюм Париж от бренда Мегаполис станет настоящим спасением. Ведь за считанные минуты можно сделать свой стильный образ не только строгим, но и женственным, праздничным и даже спортивным. У нас дополнительное снижение цены только на один день. Ваша экономия составляет 50%, и вы получаете два предмета гардероба, а представляет их эксперт нашего телеканала, звездный имиджмейкер, шоу-стилист, наш любимый Микола Комендров, который прямо сейчас отправляется вместе с нами в шикарную Францию. Мы с вами летим в столицу мира моды, конечно же, Париж. И что может быть самым актуальным сейчас именно в преддверии весны? Это же, конечно же, костюм в классическом стиле со специальными отрезными лацканами в виде смокинга, которые придадут вашему образу независимость, дороговизну и, конечно же, эффект леди на миллион. А брюки, которые сформированы с особыми деталями в виде эластичной резинки по спинке, обеспечат дополнительный комфорт при носке, а отрезы по низу брюк у нас также дополнительно работает на сочетаемость с любой вашей парой обуви. Пусть это будут мокасины или любимые кроссовки или туфли на каблуке 15 сантиметров. И, конечно же, вискоза в составе ее 65%, а это комфорт, удобство ношения изделия. И самое главное, это еще и возможность такой костюм постирать самостоятельно дома, а значит сэкономить на нем финансы. Давайте посмотрим на оттенки, которые сегодня у нас есть в наличии в коллекции от бренда Мегаполис. Это жемчужный серый оттенок, который смотрится эффектно и дорого. Самый любимый цвет француженок. Эффектный подклад в полосочку, конечно, делает эту вещь классом люкс. Итак, да, предлагаю сразу забрать базовый топ из шелка Цюрих. Причем, смотрите, в таком цвете очень лаванды красиво. Хорошо будет смотреться жемчугом. Мне кажется, это лучшее сочетание. Прям весна уже придет в ваш гардероб. Итак, внимание, темно-синий оттенок мы сочетаем с топом Цюрих зеленого оттенка. Либо красный, который выбираешь ты. Также черный. Есть у нас с вами черный жакет. Я, например, предлагаю взять либо топ Цюрих, либо, например, блузу Гавана. Ну и я выбираю для себя красный цвет нашего костюма Париж и сочетаю с топом Цюрих красного цвета. Вы получаете сразу два предмета гардероба. Это самые удобные эффектные дизайнерские брюки и это стильный жакет в виде фрака, который смотрится элегантно и женственно. Ведь ничто не делает нас женственной, как мужские предметы гардероба. Итак, внимание, только на один день у нас снижена цена дополнительно на 1000 рублей. Цена за целый готовый ансамбль 2999 рублей. И размеры у нас от 46 до 60. Звоните прямо сейчас. Как ты рекомендуешь выбирать по размеру? Мы данный костюм забираем четко размер в размер. Он ему соответствует. Но для того, чтобы вам было более понятно, я вам заметил. У меня жемчужный цвет в 50 размере. Смотрите, полуобхват талии у нас с вами с небольшой погрешностью составляет 41 сантиметр. То есть окружность талии 80, но за счет того, что спинка на резинке, эти 80 могут раздвигаться до 90. Сама высота у нас с вами гульфа или седловой зоны составляет здесь 85, то есть брюки с завышенной талией. Ну и, конечно же, вы можете побаиваться костюмной ткани. Сейчас буду вас разубеждать. Смотрите, одна половинка, четверть бедра – 33 сантиметра, то есть получается 66 одно бедро, 66 второе. Оно даже больше, чем положено в 50-м на 10 сантиметров. То есть у вас свобода, никаких проявлений и брюки сидеть в обтяжку не будут. То есть вы получаете идеальную посадку по фигуре и безопасную дистанционную покупку. 9 декабря, когда впервые появился у нас костюм Париж, было продано больше 160 костюмов. И мы целый месяц ждали эту поставку от бренда Мегаполис специально для вас по вашим заказам, по вашим заявкам. Мы получили миллион отзывов, 500 комментариев, и вот один из них от ТТВик Назарян из Москвы, которая заказала синий костюм 9 декабря, получила массу комплиментов и сейчас хочет заказать красный костюм, чтобы быть самой яркой в офисе этой весной. Последуйте этому совету, дозвонитесь прямо сейчас и забирайте сразу готовый ансамбль 2999 рублей. Слушай, я вспоминаю вот дореволюционные времена,
времена, когда был настоящий фурор. Итальянская актриса Алессандра Массандри вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в смокинге. И через уже 2 недели в смокингах был весь бомонд, а это принадлежность к высшему обществу. То есть у нас сегодня костюм Париж, ну, высший пилотаж, я бы сказала. При этом такие женщины воинственные, при этом женственные, как Коко Шанель и Марлен Дитрих, в свое время уже пытались внедрить мужской костюм в женский гардероб. Тогда сжалился перед семьей в Сен-Лоран и создал полностью перекроенный на женский лад костюм. После этого в 80-х годах костюм еще больше приобрел именно функциональности и пользы для женщин. Сейчас любая дама, неважно, от домохозяйки, женщины, находящейся в декрете, или руководителя какого-то офиса, не могут себе представить без костюмов. Мы видим сейчас с вами подборки коллекций современников наших дизайнеров, которые представлены в достаточно кусающихся ценах, но при этом сегодня можно сэкономить, но выглядеть так же, как с подиума. Как в костюме от Лакоста, как в костюме от Лаеве, или, например, от величайшего Тьерри Мюглера. А также можно наш костюм раскомплектовать. Сегодня вы строгая, завтра вы более лаконичная, может быть, немного брутальная или сексуальная. Сочетать с трикотажем, кашемиром, мягкими костюмными тканями, плотильными материалами, с любимым денимом, вязаными изделиями и так далее. Быть разной, что, в принципе, мы с вами сегодня можем сделать. Просто выбирайте прямо сейчас, успевайте дозвониться, потому что вообще брючные костюмы – это одна из самых любимых деталей гардероба в женском мире. Еще 100 лет назад женщина в классических жакетах или брюках могла запросто попасть в полицейский участок, а сегодня она попадает в бизнес-класс лучшей жизни. Брючный костюм стал главной фишкой Марлен Дитрих. А сегодня брючный костюм – эффектный образ современной женщины. Добавьте в свой гардероб эффектный костюм, который станет вашей визитной карточкой. Тем более, знаешь, все-таки раньше были неудобные костюмы. Вот именно в английском стиле пиджаки на грубой ткани, которые сковывали движение. Сейчас мы получаем такой жакет, в котором мы чувствуем себя совершенно расслабленно. Да, потому что жакет выполнен у нас как бы с мужского плеча, свободного силуэта. Удлинение именно за счет лацкана под смокинг у нас с вами дает возможность женщине застегивать его только в зоне солнечного сплетения. Свободная конструкция рукава, стоит мягкий подплечник и, конечно же, функциональные клапаны. При желании вы можете их убирать, тем самым жакет становится более лаконичным. Кстати, данное предложение и вообще костюм – это олицетворение Евелины Хромченко. Обратите внимание, она чаще всего в подобных моделях и жакета, и брюк укороченных ведет передачу. Вы давно смотрели на нее? Сегодня можно стать такой же, как она. Но и не забывайте, что только в рубрике «Мода» действует акция «Лестница скидок». Чем выше сумма вашего заказа, тем больше скидка. Сэкономьте на бесплатной доставке. Будьте самой яркой, самой модной женщиной.